Мы пришли со сладким, но это не потому, что мы радуемся. Повод скорее печальный. Это все... Григорий Яковлевич, нет, а нет, куда же вы убегаете Евгений... без традиционного вопроса? Юрий Евгеньевич меня всегда за руку выводит пожалуйста. Отсюда. Нет, ну а передача слова. Скажите, вы сдавали когда-нибудь кровь? В качестве донора, чтобы помочь другим людям? В качестве донора сдавал, когда учился в военном училище. Вас заставили? Ну, не заставили. Понимаете, тогда все было идеологизировано, да. И если там где-то во Вьетнаме гибнут наши люди, то как нам не сдать кровь для, да, для воюющих во Вьетнаме? Но это все-таки был не приказ сверху, а порыв, идущий от сердца. Это было предложение, и мы, ребята, шли и сдавали кровь. Спасибо, Григорий Яковлевич. Спасибо так большое. Так мы узнали, что Григорий Цехер проливал кровь во Вьетнаме. Да, ну так вот, это не просто чаепитие, это все сухпаёк, который выдается донорам крови. В этом году год в России начался с кровавой реформы. На самом деле ничего страшного, просто вступил в силу новый закон о донорстве крови и ее компонентов. Об этом подробнее мы будем говорить и разбираться буквально сейчас в программе «Сумма мнений». Итак, 2013 для россиян начался с кровавой реформы. Но это мы немножечко сгущаем краски. На самом деле вступил в силу новый закон для доноров. Основная суть в двух словах. Вместо денежной выплаты разовой, которая предоставлялась тут же, человек сдал кровь, получил деньги, теперь будет вот такой сухпаёк. Но он на самом деле не совсем сух, есть еще бутылочка сока, которую нам купить не удалось. Сгущенка, печенье, шоколад, вафли. Но вафли... Чай, да. Вафли не каждому, а тому, кто сдает плазму. Вот это натурализовали таким образом 160 рублей той самой выплаты. Которые раньше давали наличными, во всяком случае, в нашей области. Но не то трагедия, что стали давать продукты вместо денег. Ну, тем более, деньги-то небольшие. А скорее трагедия в том, что в других местах немножечко лишили, подрезали доноров. Там, пару изменились лет назад нормативы. Лишили льгот, а сейчас вот еще немножко поприжали. И многие люди говорят, что ну, мне не жалко денег, я не за материальные выгоды там. На пунктах сбора крови. Просто но, тем не менее, кому-то компенсировался бензин, кому-то, не знаю, можно было купить курицу и сварить кастрюлю супа на два дня, и так далее. Вообще, насколько это актуально для Екатеринбурга? Сдают ли екатеринбуржцы кровь? Об этом мы спросили наших горожан на улицах города. Ну и внимание на экран. Сдай кровь, спаси жизнь. Именно под таким лозунгом работает большинство центров переливания крови. А сдают ли наши горожане кровь? Мы спросим у них прямо сейчас. Ну, приходилось мне сдавать, как за себя уверен, человек здоровый, спортом занимаюсь. Не сдаю, потому что у меня низкий гемоглобин. Я сама медик. Да просто есть как бы мнение, что говорят, что вредно. Потом к этому привыкаешь, если не сдаешь, организм себя плохо чувствует. Как-то я вот и думаю, хорошо это, нехорошо для моего организма. Я не знаю, где эти центры. Опасаюсь за свое здоровье, но потому что я же не знаю, насколько там все гигиенично. Я не сдаю в силу такого возраста уже. Раньше сдавала очень много. Нет, не сдаем, потому что как-то пока надобности не возникало. Не сдавала ни разу, но хочу сдать обязательно. Помочь своим ближним. Ну, на самом деле, сдаю чаще всего за компанию, то есть просто друзья позвали, пошел. Нету каких-то определенных принципов. А так, знаю то, что есть такая статистика, то, что на одного человека нужно 6 доноров, чтобы 6 человек сдало. Только поэтому и сдаю, все. У нас в студии люди, которые знают истинную цену каждой капли крови. Это Рифат Равильевич Зайнутдинов. Добрый вечер. Президент Свердловского регионального отделения Всероссийского общества гемофилии. А Галина Викторовна Толмачева, заместитель главного врача станции переливания крови номер 2 Сангвис. Добрый вечер. Добрый. И Наталья Юрьевна Бреус, тоже медик, тоже на самом деле с этой станции, но еще и почетный донор. Мы вас скорее в качестве почетного донора позвали. Скажите, пожалуйста, тяжело было этот статус получить? Сколько вы сдали крови, плазмы? Ну, больше 40 раз сдала. Потом я уже просто не считала, когда оформила почетного донора. Ну, много. Я сдаю с 18 лет.
А получение статуса не означает, что человек, ну вот как-то ставит крест на этом деле, все, я статус получил, льготы нет. какие-то за мной закрепились, нет. хватит, больше ходить нет, не буду. Нет, нет, нет. Так как я работаю в этой сфере, угу. я просто непосредственно знаю проблему, систему эту и никакого... Ну, 18 лет вы же не знали, как это вот так получилось, что начали регулярно? 18 лет я работала в таком отделении, где кровь была средством жизни. И поэтому, когда идешь с бутылочкой собственной теплой крови, ее ставят больному, который лежит под капельницей, ну, в молодом возрасте это... Так что многие больные, ну, мои, так сказать, родственники по крови, наверное. Все мы одной крови, ты и я, в общем, и тут полгорода одной крови. А потом как-то так пошло и пошло и... Мы хотим сказать, что зрители могут подключаться к нашему разговору, писать комментарии, звонить с помощью функции видеозвонок на сайте, ну и по звонить скайпу. Звонить в скайп, звонить по телефону. Галина Викторовна, как вы оцениваете новый закон? Вы знаете, сказать пока очень сложно, как я его оцениваю, как вообще его оценивают все люди. Пока к этому закону нет никакого разъяснения. Как он будет работать дальше, мы не знаем. Если он останется в таком виде продуктового набора, который компенсирует ситуацию денежную, которая была за сдачу крови 160 рублей и за сдачу плазмы 180, это, конечно, нереально. Этот продуктовый набор абсолютно не пополняет рацион человека, сдавшего кровь. А должен? Должен, но это должно быть не печенье, не вафли, наверное, не чай. Это должны быть продукты, которые действительно влияют на улучшение состояния здоровья. А вы не вправе как-то изменить вот эту норму? Компенсацию устанавливаем не мы. У нас нет разъяснения ни на федеральном уровне, ни с Министерства нашего здравоохранения. Только пока один разговор о том, что компенсация будет увеличиваться, но не в денежном эквиваленте, а также в продуктовом. Ну вот так по-медицински. Надо что съесть после того, как сдал кровь, чтобы компенсировать? Ну и даже, может, вы знаете, практически вопросы от телезрителя. Раньше даже, когда сдавали кровь, люди пили красное вино для восстановления гемоглобина. То есть это тоже как-то, наверное, влияет на улучшение крови. Это надо обязательно белок, мясо, это должна быть печень, это должны быть фрукты, это должно быть полноценное, совершенно полноценное питание. Если ставить сейчас вопрос замены продуктового набора обедом, то есть донору мы должны дать талончик, прикрепленный к какому-то общепиту. Территориально у нашей станции рядом нет ничего, кроме ресторана «Московская горка». Сколько стоит там обед? Понимаете сами. Заключать с кем-то какие-то другие контракты для этой работы. Но я не думаю, что каждый донор будет рад после того, когда он сдал кровь у нас, получить талончик на питание и поехать, ну, на улицу. Ну, а что говорят люди? Вы уже выдаете донорам вот эти наборы. Что говорят люди? Они... Знаете, люди что говорят? Что мы сдаем кровь не за деньги. Угу. Мы сдаем кровь потому, что мы понимаем, что мы спасаем людей. Угу. Сдавая кровь, мы дарим жизнь. Каждая капелька человеческой донорской крови спасает жизнь. Но, тем не менее... Люди все-таки более склоняются к тому, что денежная компенсация на обед, как она называлась, была более реальна. Человек мог сам решить, что он покупает на вот эту компенсацию. А что покупали? Все равно с вами люди делятся, приходят к вам... Вы знаете, а кто-то просто даже может тратить на проезд, потому что проезд, вы все прекрасно знаете, у нас дорожает. И для того, чтобы к нам приехать, многие люди делают две пересадки. Может быть, не все имеют возможность материально вот так вот спокойно ездить. И для кого-то это подспорье. Кто-то, может, своим детям, внукам купит какой-то презентик, игрушку. Кто-то, может, себя в чем-то побалует. То есть совершенно разное, но люди больше за компенсацию. Ну, на 160 рублей не разбалуешься. Рифат Равильевич. Сгущенку предлагают, вместо сгущенки котлету предлагают зрители давать. Может, котлету вместо сгущенки дать. Спиртику полтишок хряпнуть и все, пишут. Вы не опасаетесь, что станет меньше людей, которые, ну, вот вам помогают, в том числе, ну, то есть вот это все станет демотиватором таким для доноров?
Вот, знаете, я хочу продолжить тему Натальи Юрьевны. Наталья Юрьевна мне работала процедурой медсестрой. Она вливала же мне эту кровь. Потом она выучилась в медицинском институте. Она лечила меня, она была врачом. Вот, и она продолжает эту же тему. Знаете, ну, конечно, мы переживаем эту ситуацию. И, как вот Галина Викторовна сказала, что мы еще не знаем, какой будет закон. Дождемся, конечно, мы этого всего. Но, естественно, это упадет на плечи опять обществу. Это опять начнутся призывания ЧОПов, этих же МЧСов, полиции, охранных предприятий. Добровольно-принудительно. Да, да, да. Естественно, конечно, волонтеров вот будут привлекать. И, конечно, это жизненно важный продукт, который необходим не только для нас, а для онкобольных, которым и сердце оперируют, ну, для всех. Вот. Знаете, я хочу, знаете, угу. вот я взял вот эту коробочку. Эта коробочка, вот здесь вот сухой препарат фактора. Угу. Он без резуса, без группы. Вот. Разводится он вот этой водичкой. В нем вот есть 1000 единиц, да? Угу. Это сухая кровь. 1000 единиц стоит это 12 тысяч. Вот представьте, мне в месяц надо влить где-то в районе вот таких вот 40 коробок. Ну, вот не хотелось бы, чтобы это вот все, это препарация зарубежная, да? И вот, и, конечно же, бы не хотелось, чтобы мы вернулись к этой ситуации, чтобы мы кровь закупали зарубежную. А когда то такая есть, ситуация была? Был такой дефицит крови у нас? Если мало будут сдавать, то вам придется покупать. Да, если мало сдавать, это придется, конечно, бить во все инстанции, кричать, орать, и, естественно... Но это будут дотации или придется в самом платить? Это федеральная программа. Это мы в федеральной программе. Вот. Вот из этого я взял вот эти препараты, которые вливаются. Ну, естественно, это только кровоостанавливающий препарат. А, естественно, нужно то же самое криопрецепитат, плазму и кровь. У нас на связи звонок из Каменска-Уральского. На самом деле, не состоявшийся почетный донор. Девушка, которая должна была получить этот статус вот в самое ближайшее время. Но, опять-таки, изменения в новом законопроекте. Вот про эти изменения тоже сейчас поговорим. Алло! Здравствуйте. Здравствуйте. А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Яна, я проживаю в городе Каменске-Уральском и хотела бы поделиться с вами ситуацией, которая у нас сейчас обстоит. Да. Дело в том, что сначала хотелось бы сказать, как мы с нашими коллегами-донорами поняли закон, то есть смысл, зачем вообще его приняли. Дело в том, что у нас вообще по всей России очень много... так скажем, маргиналов, которые собираются в санкрисах и пытаются сдать кровь, получить денежки на выпивку и на прочие развлечения. То есть очень много, я сама видела, что бывает и с перегаром приходят, и весьма сомнительной наружности товарищи приходят туда. То есть якобы, чтобы произвести вот этот тех, именно для этого сделали вот этот закон. Я правильно поняла? Приходят с перегаром. Да, приходят. Различные товарищи, то есть они потом просто идут и понятно, на что тратят деньги, эти 170 рублей. А им удается пройти? Ну нет, вот на вашей станции. Нет. Сдать кровь? У нас в Каменске конкретно реально сдать кровь с перегаром, причем ребята многие сдают кровь на анализ, потом сначала к терапевту, потом сдают кровь на анализ, потом пошли покурили, потом вернулись и сдали уже плазму или какие-то другие компоненты крови. То есть это, в принципе, я считаю конкретно, что это неприемлемо. Я, конечно, понимаю, что на кровь это не так уж сильно влияет, курение перед сдачей крови, но все равно как-то нужно ужесточать контроль именно непосредственно в санкрисе, потому что вот именно на периферии там мало отслеживается, что даже со стороны медперсонала вот был такой случай, я только начала сдавать кровь, это было 4 года назад. Я обратила внимание, что сотрудники, которые берут кровь на анализ, то есть перед тем, как непосредственно сдавать плазму или кровь, вот берут кровь из пальчика, и женщина там сидела, она не поменяла перчатки, она не поменяла перчатки передо мной и после меня. То есть я специально обратила на это внимание. Первый раз я подумала, что мне показалось. Второй раз я специально уже посмотрела, действительно, не перчатки. Я позвонила в службу крови, 8800, это горячая линия, и пожаловалась молодому человеку, и через какое-то время я назвала конкретно адрес, где это находится, что это Каменск,
все-таки уральском. А через какое-то определенное время эта проблема, конечно же, решилась. Ян, понятно, давайте по порядку. Вот, во-первых, правильно доноры считали ситуацию, закон принят для того, чтобы убрать маргиналов из центров переливания крови. И получится это сделать, и если прочистить ряды к донорам. Знаете, да, действительно такое мнение есть и было, и существует при создании этого закона, что у нас будет более здоровый контингент доноров и... Вот который вафельки предпочитает, да. 160 рублей. Но вы знаете, рублям. Я хочу в оправдание наших доноров, в защиту наших доноров сказать, что люди, которые все-таки не являются здоровыми и не ведут здоровый образ жизни, они просто не могут быть донорами. И это не так, что он там с перегаром пришел или он пришел в каком-то таком состоянии. Его принимает врач. Все обследуется. И если у врача какое-то сомнение, то его не допускают человека к сдаче крови. Ну а что будет врач скандалить, если вот он осмотрелся у врача, а потом пошел перекурил? Ну, вы знаете, бывают, конечно, наверное, такие случаи, что перекурил, но это не повлияет вот прям так напрямую на плохое качество его крови. Ясно. Яна, если вы еще на связи, а можете сказать, как вы начали сдавать кровь? А, Яны уже нет, простите. Звонок у нас уже оборвался. Тогда предлагаю сейчас посмотреть свеженький сегодняшний, как вы говорите, про кровь суточная. Вот у нас суток еще не прошло, свежий репортаж из Сангвиса о том, как сдают кровь. Ну, вот картинка с натуры. Что с ней делают? Что с ней делают? Давайте посмотрим. Когда донор к нам приходит, его осматривает специально подготовленный врач-трансфузиолог. То есть задача врача – определить, сдача крови навредит здоровью того человека, который собирается быть донором, или нет. А вторая задача врача – это понять, хорошая ли кровь мы возьмем от данного донора, чтобы данная кровь помогла потом пациенту. Вот такая, то есть врач проводит медицинское свидетельствование донора. Если донор допускается к кроводаче, потом он сдает обязательно, смотрится уровень его гемоглобина. Потому что при сдаче крови сдаются эритроциты, и гемоглобин, конечно, после сдачи крови снижается. Для того, чтобы не навредить здоровью донора, который будет сдавать, мы проводим вот такой предварительный анализ крови. Затем перед кроводачей донор пьет чай обязательно, для того, чтобы немножко восполнить тот объем жидкости, который потом кровь, с кровью у нас у донора возьмется. Затем донор сдает кровь. Мы берем обязательно пробирочки на исследование, более подробное исследование крови. И затем донор после кроводачи у нас получает обед. Раньше деньги на обед, сейчас паёк в виде продукта. Я даже не знала, вот только-только узнала. Нормально, не за денег же ходим. Ходим помогать. Деньгами-то проще было, наверное, а продуктами в принципе не нужны. Как бы так. Сдавать я все равно буду, как бы для себя больше всего. Вопросы от телезрителей поступают к нам на сайт. Как часто можно сдавать кровь и не вредно ли это для организма? Кровь можно сдавать через 60 дней, через 2 месяца. Плазму можно сдавать через 2 недели. Это промежуток времени не вреден для организма. Многие, конечно, думают, что если через 2 месяца, так можно вообще через 2 ходить весь год сдавать. Мы считаем, что не надо насиловать свой организм. Ему тоже надо дать отдохнуть. Ему надо дать наработать хороший ресурс. Для этого нужно полноценное питание, здоровый образ жизни. И злоупотреблять вот постоянной сдачей не надо. Насчет полезности... Вы часто сдаете? Так, просто я ремарк. Не нарушаю сроков кроводачи. И, конечно, я не сдаю через каждые 2 месяца. Ну, сколько раз в год? Получается. То есть у вас календарь? Ну, раз 3-4 в год я сдаю. Угу. Это самое оптимальное. А есть зависимость от, ну, вот, от сдачи нет, крови? Нет, зависимости нет. Это неправда. Ну, просто есть такой стереотип, начнешь и не остановишься. Пока... Нет, зависимости ну, никакой нет. Говорят, что когда сдают плазму и долго не сдают, то некомфортно им надо. Ну, это уже может мнение, просто такое... Никакого основания. Да. Это чисто субъективное. Пользу вы какую-то мнение. Чувствуете на себе? Зрители спрашивают, есть какая-то польза? Поделился не, кровью, я помимо моральной. Я не чувствую вреда. И потом, когда знаешь о том, что твоя кровь пошла, она не залегла где-то, не ушла в брак, а действительно ушла на выдачу, может быть, кому-то спасла жизнь. Сейчас вот, например, я знаю, что делаются внутриутробные заменные переливания детям еще внутри утробы.
И это спасает от многих осложнений новорожденных детей. И если твоя кровь пошла на пользу вот такому еще не родившемуся ребенку, ну, по-моему, ну какое еще можно больше, так сказать, взять? Но здесь все равно об адресной помощи говорить нельзя. Донор никогда не узнает, кому именно его кровь. Нет. Нет. Это принципиальная позиция. Это конфиденциальная информация. Угу. Ведь на всех наших, на всей нашей продукции нет фамилии. Только штрих-код группа Резус. Угу. Но доказано вообще уже наукой, что мужчинам кровь сдавать значительно полезнее, чем так, женщинам. Почему? Потому в чем их выгоды? Потому что у женщины есть естественный кровоотток, у мужчины его нет. Раньше же делали кровопускание. Значит, чем-то руководствовались, нужно было. Сейчас доказано, что сдавая кровь, мужчина убегает от инсультов, от инфарктов, от тромбозов. Прочищаются сосуды, у него омолаживается организм, омолаживается кровь. А можете сказать, сколько примерно в день человек приходит сдать кровь? И вот в литрах, например, сколько Екатеринбург сдает? Сказать мы можем. В день разное количество людей приходит. Если мы выезжаем куда-то на предприятие, у нас бывает 150-160 человек. Если у нас нет... Ну, это разовая история, все-таки вот такие коллективные... Мы стараемся спланировать свою работу так, чтобы у нас в неделю было 3-4 выезда. Угу. Это, к сожалению, не всегда, далеко не всегда удается, потому что наши работодатели сильно не любят, когда мы просим приехать к ним на предприятие. Это два отгула, потому что... Да, день донора. Два отгула, это надо оплачивать. Но у нас очень сейчас хорошо откликается молодежь, студенты. Очень активно проводят вузы Дни донора. И очень радует, что молодежь понимает эту проблему, потому как почетные доноры, но люди в основном уже возрастные. И не то, что им нельзя сдавать, но с возрастом приобретается ряд заболеваний. Что, которые... что руководит молодежью, мы попробуем сейчас узнать, попробуем дозвониться до Василия Семенова. Молодежь не просто сдает активно кровь, они объединяются в группы, и в социальных сетях можно найти много групп доноры Свердловской области, доноры Екатеринбурга. А пока дозваниваемся, можете сказать, вот когда последний раз отменили льготы, насколько упала собираемость крови? Вот когда последний раз отменили льготы почетным донорам, да, то тогда, можно сказать, наши холодильники были пустые. И это только потому, что люди очень обиделись. Это как раз та ситуация была, когда вы прибегали к этим препаратам. Очень обиделись, потому как они, отдавая частицу себя, спасая жизни людей, их лишили вот этой льготы, заменив монетизацией. То есть у нас как-то вот все наоборот. Сейчас мы заменили, ушли от монетизации, даем вафли со сгущенкой. А тогда сделано было по-другому. И поэтому, конечно, Сангвису и вообще всей службе крови было очень тяжело нарабатывать снова. У почетных доноров была очень большая такая обида, то, что вот им сняли такие льготы, и доноры упали. Вообще, я, знаете, вот у меня... Ну вот сейчас вы слышали тоже, многие люди почетными донорами не могут стать. Подали уже документы, но им в этом году завернули документы. Это еще один препон для того, чтобы терять. Ну вот Яна, звонившая нам из Каменска, пишет, самое ужасное, что отменили суммирование плазмосдач и кровосдач. То есть многих доноров, которые были на пороге почетного донорства, просто подвели. Им это действительно так. Надо сдавать. Угу. У нас же система какова? Мы оформляем в Сангвисе документы, отправляется это в областную станцию в Первоуральск, Первоуральск в Москву. Документы ушли в Москву, и все благополучно вернулись обратно с новым законом новшества, что раздельно кроводачи и плазмодачи. Угу. Да, простите, мы дозвонились. У нас Василий Семенов на связи. Василий, алло. Алло, здравствуйте. Сейчас мы вот попросим режиссера вывести нам фотографию Василия, посмотрим ему в лицо, пусть на снимке. Василий, расскажите, пожалуйста, про вот эту группу «Доноры Екатеринбурга». Это молодежное объединение. У вас студенты, которые сдают и делятся своей кровью, да? Да, так есть. Как вы их объединяете, чем вдохновляете, что руководит вот молодыми людьми, которые в перерывах между сессиями и экзаменами умудряются пойти и поделиться своей кровью? Ну, в этом направлении большую работу проделывает Вячеслав Воробьев. Он как раз общается со студентами. Лично я обычно просто собираю знакомых своих друзей, агитирую их вместе сходить
А у вас что вот главной мотивацией является? Омоложение? Ну, это доброе дело, и от меня ничего не убывает, почему бы этого не сделать. То есть есть люди, которым объективно это помогает. Ну вот про новый закон расскажите, что вы думаете. Вот от вас как минимум 160 или 180 рублей убыли, прибыли вафли, ну и так далее. Изменились требования к почетным донорам. Вы что думаете об этом? Так, ну, во-первых, по поводу компенсации за питание. Мне кажется, что этот шаг, если эта отмена происходит, компенсации за питание, это... Внешне это выглядит нерационально. То есть я не понимаю, почему это нужно делать. Если раньше, например, донор мог получить эту компенсацию, может выбрать, там, купить ему гранатовый сок для того, чтобы восстановить свои кровяные клетки, там, или купить полкилограмма мяса, или он хотел добавить денег и купит свежую пиццу и с удовольствием ее съест, то сейчас получается, что его лишают выбора, да, и обязывают взять что-то на эту сумму или там на какую-то меньшую сумму, да, что-то, что указано ему выше. А вот это отсутствие выбора вас не обижает? Вы не думали про себя? А, нет, не пойду в следующий раз сдавать. Ну, я не в этом ключе это рассматриваю, но, конечно, это немного, да, обижает. Обижает это потому, что, пытаясь разобраться, почему вот это сделано, приходишь к мысли, что просто-напросто создается еще один коррупциогенный фактор. То есть где-то эти все наборы, которые будут выдаваться, они будут централизованно закупаться. Ну, понятно, и откаты, и распилы. Понятно, спасибо, да, большое. Да. Можно я вот дополню? Да. Вот, знаете, в советские времена, я вот еще помню, когда были диетические такие магазины, там отоваривались вот, заболевания крови и почетные доноры. Там давалась гречка, творог, печень, вот, чтобы восстанавливать вот эту кровь, да. Вот я сейчас тоже о чем еще хочу сказать. Вот законы принимают, конечно, естественно, наши чиновники, да, наши депутаты, там, государственные, там, областной, городской думы. Так вот, ну, давайте сдачу крови хотя бы не раз в квартал ходили бы и сдавали бы. И понимали, а потом вот вафельки. Да. И второе, вот у нас бежит голубая кровь, мы с арских кровей, да, вот я думаю, если бы все знают, что здесь убили семью Романовых, да, последнего наследника престола, цесаревича Алексея, я думаю, если бы из президентского Кремля кто-то был, и были бы проблемы такие, вот, заболевания именно крови, я думаю, бы не было бы вот таких вот, которые сейчас лежат на столе, там, шоколадка, молоко и вот это все остальное. Я думаю, чтобы, если на самом деле бы наше правительство понимало бы, я думаю, оно пошло бы нам навстречу. А вы не боитесь? Ну вот вы же слышали, донор говорит, меня тут немножко за алкаша, видимо, держат, что деньги живые не хотят давать в руки, дают вот сгущенку, шоколадку. Не боитесь, что уменьшится количество поступлений крови? Ну, холодильники не опустеют, но вот может и не хватать. Из-за этого набора вы, да, имеете, да, в виду? Да, например. Но из-за этих нововведений, это же не вопрос набора, это вопрос именно отношения. Ну, человеку. То есть вы не опасаетесь этого, что как придется покупать... Конечно, мы-то опасаемся, но я уже вам объяснял, этого препарата-то будет мало, понимаете? Да. Что нужна свежая кровь, если при любом кровотечении, при любой операции нужна свежая кровь. Это же кровь, это же... Вы понимаете, при операции люди теряют по 2-3 литра крови во время операции. А общество гемофилии никак не хочет поддержать эту проблему? Рекламную кампанию всегда поддерживает и готова прийти на помощь к нам в любой момент, понимаете, и собрать даже митинг у общества. Ну, потому что им без вас никуда, такое, это будет, да, понятно. И надо понимать вообще всем людям, что каждая капелька, я уже говорила, донорской крови спасает человеческую жизнь, а замены нет. Если мы, заходя в аптеку, вместо одного препарата можем всегда купить другой, нет одного антибиотика, мы купим другой. То если не будет крови, то человек может, простите, погибнуть, даже не от полученной травмы,
от потери крови. Есть у нас ДТП. Последний маленький вопрос. Ну, то есть ваше общество-то, оно к парламентариям не обращалось? Вот вы сейчас сказали, вот бы их кровь заставить. Ну, почему? Всероссийское общество гемофилии. У нас есть центральное управление. Центральное управление проводится раз в полгода. В 3 года у нас проводятся конференции. Конференции проводятся только не только с России, с СНГ, там, ну, с другого мира. И, хорошо, конечно, мы несущие проблемы, это все выносим. Депутатам говорили о своем недовольстве? Естественно, мы это все выносили и говорили, и писали письма. Реакция какая? Что ответили? Знаете, мы не получили ни одного ответа. Но были такие случаи, когда ходили депутаты, сдавали для нас кровь. Вот я говорю и предлагаю, может, ежеквартально, пускай они пойдут и сдадут. Но мне кажется, у всех депутатов найдутся сразу 33 причины. То диабет, то желтуха. То еще что-нибудь. Мы не получаем ответа не только от депутатов, не получаем ответа от руководителей предприятий, которым мы пишем по несколько писем с просьбой разрешения провести день донора. Люди хотят, и люди сдавали кровь, но территориально, допустим, далеко находятся от Сангвиса. А руководитель не считает нужным не то, что ответить нам, а вообще выслушать и понять эту проблему. Вот давайте об этом поговорим после сюжета. Предлагаю посмотреть короткую историю о том, что происходит с кровью после того, как мы ее сдали. И встретим новых гостей. Кровь, которую мы получили, с ней работаем. Мы получаем из этой крови те компоненты, которые нам нужны. Обычно это плазма и эритроцитные компоненты, но бывают более сложные варианты. Если пакет с кровью просто оставить стоять, то через 48 часов, в связи с тем, что клеточки имеют разный удельный вес, сядут на дно эритроциты, на них сядут лейкоциты, в ближайшем слое будут плавать тромбоциты, а сверху будет бесклеточная плазма. Вот так как бы кровь разделится. Для того, чтобы ускорить процессы, мы используем центробежную силу, используем центрифуги. После центрифуги кровь открутилась на эритроциты и плазму. И сейчас на плазмоэкстракторе мы из одного пакета с кровью получим 2 сразу компонента. Плазму, которая вот сюда перемещается, и здесь, в этом мешке, останутся эритроциты. Кроме того, все компоненты крови мы фильтруем. Вот вы видите процесс фильтрации. То есть компоненты фильтруются, освобождаются от лейкоцитов, которые могут в себе содержать разные микроорганизмы. И после этого уже плазму мы замораживаем в специальных морозильниках, как вот замораживают фрукты, овощи, для того, чтобы они имели все, сохраняли все свои хорошие качества. Точно так же мы плазму специально в морозильниках замораживаем, а потом храним отдельно уже эритроциты и плазму до получения окончательных результатов обследования данных компонентов. Мы ее, значит, закладываем на карантин, а через 6 месяцев, когда он придет, появится другая этикеточка, где будет написано, что повторная явка такого-то этого донора прошла карантинизацию, анализы все хорошие, и она карантинизирована. Только после этого кровь поступает непосредственно в больницу. Представители клиник сами обращаются в центр сдачи крови, указывая, сколько именно литров им необходимо. Обычно в хранилищах крови хватает. Если мы работаем в режиме стабильном, ежедневном режиме, потребность в больнице от 10 до 20 литров в сутки. Вот. Обычно мы обеспечиваем эту потребность в больнице. То есть у нас нет дефицита какого-то крови. Дефицит может случиться в случае непредвиденной ситуации. И дефицит может случиться не по редким группам крови, по любой группе крови. Вот на сегодняшний день у нас есть ситуация с 4-й группой крови, со 2-й минус. Но вот на сегодня мы не имеем таких групп. Количество людей в среднем идет примерно одинаково, потому что у нас же данные за ежедневно, ежемесячно подсчитываются, ежегодно мы подсчитываем данные. И статистика примерно одинаковая. У нас новые гости. Это Александр Бессмертных, человек, который курирует от общества гемофилии Уральский регион. Да. Вы сменили, да, своего шефа. И Анатолий Юрьевич Бражников, старший врач реанимационно-трансфузиологической бригады, я не оговорился, да. Скорой помощи Екатеринбурга. Да.
Можете сказать, бывало такое, что вот едете на выезд и понимаете, что впритык у вас препаратов крови, там вот какой-то крови, и не знаете, как будете выкручиваться, как смена закончится? Ну, конечно, бывало. Мы работаем по, даже по названию ясно, что реанимационно-трансфузиологические бригады, мы связаны в том числе и с кровотечением. И когда мы изначально приезжаем, вы едете с резервом неким? Изначально мы едем, если нас вызывают в стационары, то, соответственно, на себя кровь закупает, берет стационар. А мы едем, определяем, от чего произошло кровотечение некое, делаем быстренько гемостазиограмму и даем уже некие рекомендации. И неоднократно бывало, когда в случае острой массивной кровопотери не хватало ни компонента крови, ни тем, чем лечить. И приходилось уже тогда вызывать на себя активно доноров, активно вызывать уже все резервы службы крови и таким образом спасать ситуацию клиническую. Буквально на месте переливать из... Лет 25 назад мы на месте переливали, прямое переливание крови, когда солдатики приходили из ближайших частей, то, соответственно, мы делали прямое переливание. Сейчас, сейчас такое, его нет, сейчас скажите, запрещено не пугайте, совершенно. Есть, нет, да, прямого сейчас переливания. Это, да. И, в общем-то, я считаю, что наша служба крови, 7 лет назад наша бригада была расквартирована в Сангвисе, поэтому эти вопросы нам очень понятны, близки и ясны, и мы в свое время активно помогали, и сейчас не теряем связи. И я считаю, что наша служба крови, Сангвис, наша станция переливания, достаточно справляется с этой задачей, стратегической. А при какой ситуации не хватит крови? Вот мы тут, пока шел сюжет, вспомнили хромую лошадь, и что Свердловская область была резервом для Пермского края. И вот после трагедии в клубе, примерно две сотни человек, ожоги, нужна кровь. Если то есть какая трагедия? Да, если много пораженных сразу же одномоментно, то никакая служба крови уже не справится и начинает резервы. Сколько пострадавших – это кризис однозначный для Екатеринбурга. Этот резерв. Ну, то есть что должно случиться? Ну, тысячи человек, 500, сколько? Давайте ничего не должно случиться. Тут подключаются все станции переливания крови. Не надо говорить, что мы работаем все вот так вот в единичном режиме. Если, пусть этого никогда не будет, но при этих ситуациях вся служба крови области, по крайней мере, будет сосредоточена на то, чтобы помочь выйти из этой ситуации. Хорошо, кризисная резерв планка на случай какая? ЧП сколько человек? Есть у нас? У нас чрезвычайный запас на случай чрезвычайных ситуаций 50 литров эрмассы и 100 литров свежезамороженной плазмы. А можете перевести это сейчас? В человеках это как? Но в человеках, а вот это сложно сказать, одному человеку можно перелить 5 литров, а другому человеку можно перелить 200 миллилитров. Угу. Это же все зависит от ситуации. Вот Анатолий Юрьевич может вам сказать, какие роды, сколько могут... Я помню, мы когда захватили заложников в Москве, да, вот туда посылали кровь, там тоже была чрезвычайная ситуация, вот когда был этот Норд-Эст, вот туда, Норд-Ост, мы туда посылали тоже кровь. Да, мы отправляли в Москву, когда были взрывы домов на Каширке. В общем-то, служба крови поддерживает друг друга, и если мы на вызове, например, та же акушерская кровопотеря, и необходима кровь, и если есть дефицитная группа крови у женщины, то, соответственно, если у Сангвиса нет, то они уже на себя активно вызывают доноров, раз, и потом задействуют ближайшие станции, это Каменск-Уральский, это Первоуральский и так далее. То есть делают все, чтобы... Ну, то есть сейчас ситуация такая, что кровь в любом случае найдется, для даже если... Осмотрите. База донорская, почему мы заносим каждого человека, пришедшего к нам, в компьютерную базу, и в случае необходимости мы звоним, просим, приглашаем прийти. Вы знаете, люди приходят. Вообще люди в нашем городе очень добрые, очень отзывчивые, очень гуманные, щедрые, очень милосердные. Спасибо им большое за это и дай Бог здоровья. Но мы же не можем постоянно обращаться и говорить, пожалуйста, придите, пожалуйста, помогите. То есть это должна работать в комплексе вся система донорства. А есть какая-то очередность? Ну вот редкая группа, плохо ребенку и плохо... Ну, приоритет, мне, зрители про это уже спрашивают. На себе не показывает мне. Есть какой-то приоритет? Наталья Хомякова спрашивает, если крови не хватает и выбор между двумя очень нуждающимися людьми, кому отдается предпочтение? Как выберу? Вот есть какая-то система приоритетов? Дети там... В нашей отечественной медицине не должна. Каждый
человек, которому необходимо переливание крови, должен ее получить. Угу. Должен ее получить. Поэтому сейчас говорить, я думаю, что некорректно и негуманно говорить, что скорее ребенку перельем, чем там, человеку старику, пожившему. Это я считаю, конечно, что некорректно. Можно заплатить за это, зрители спрашивают. Материнство и детство. Это вообще во всем мире и в нашей стране в частности. Но это не значит, что мы не дадим кровь другому возрастному больному, которому она необходима. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить и больного ребенка, и больного уже взрослого. Деньги могут стать тут решающим фактором, зрители спрашивают? Деньги нет. Купить невозможно. Медики говорят, что все хорошо, система не работает. Есть недостатки у системы? Ну, вот общество гемофилии, даже общественники. Со стороны общества гемофилии, да. Конечно, это малый приток доноров. Это в первую очередь. Мы потому что боимся, что вот нашего препарата, который для гемофилии, этого фактора крови, его может в одночасье не стать. И мы будем полностью полагаться на станцию переливания крови, в частности, на вот наших доноров. Если они будут меньше приходить сдавать кровь, конечно, мы от этого поставим. А почему его может не стать? Ну, у нас страна непредсказуема. Может сейчас быть в бюджет заложены деньги на этот фактор, а завтра уже не будет. Либо с поставками. Да что угодно. Препарат не наш, отношения изменились. Да. Могут задержать все поставки, растаможка и тому подобное. То есть мы в первую очередь будем зависеть от станции переливания крови и от крови в частности. А этот закон может как-то баланс и стабильность, которые сейчас есть, нарушить и действительно дефицит образовать какой-то? Ну, спровоцировать. Я думаю, да, если будут ущемлены права доноров, то есть они будут меньше ходить за счет этого. А если я все пытаюсь как-то вот чрезвычайщину смоделировать, если вдруг действительно поставки прекратятся или задержатся, то вам хватит запасов, которые есть нет, в медицинских конечно. Учреждениях? Нет, ни в коем случае. Сколько гемофиликов в Свердловской области? В Свердловской области у нас порядка 300, это минимум 300 человек. Но они постепенно то приезжают, то уезжают. То есть у нас нет единой цифры, что они вот столько у нас. И то есть получается, вот в неделю мне вот вливание фактора нужно 3 раза. То есть, соответственно, это как минимум 6-8 доз криопрецепитата. То есть, на одно вливание, то есть, соответственно... Я, простите, плохо знаком с темой и подозреваю многие наши зрители тоже. Это сколько человек должно прийти на станцию переливания, чтобы вам хватило на неделю? Я даже не могу сказать. Скажу, потому что наша бригада в том числе лечит наших пациентов с гемофилией. Мы выезжаем на дом, и раньше мы переливали компоненты и препараты крови. Вот криопрецепитат, которому на смену пришло вот то, что Рифат Равильевич показывал. И больной гемофилией в год примерно расходовал криопрецепитата, который давали до 250-300 доноров. Вот представьте себе, один донор, одна доза. На вливание для того, чтобы остановить кровотечение, нужно 10-15 доноров. Ну, знаете, рабочих дней в году примерно столько же, да? Сколько а даже были случаи, по-моему, помню больше, когда надо было удалить зуб кому-то. Ну, и больной гемофилией предупредил нас и ждал, когда мы наберем определенное количество его же группы и резуса, это же должно все соответствовать, чтобы ему пойти удалить зуб. А работают вот эти методы пропаганды, привлечения доноров, вот как у нас на экране сейчас? Вы знаете, методы эти иногда когда работают. Когда красивые я девушки говорю, выходят на площадь, это образуют гигантское сердце и так далее. Это такие изумительные, это очень привлекает людей. И вообще донорам надо уметь говорить спасибо. Я всегда привожу пример ректора педуниверситета, который проводит у себя в университете 4 раза в год День донора. И в конце каждого года он собирает донорскую студенческую аудиторию, говорит ребятам спасибо, вручает сувениры, ну, на уровне возможностей университета. Они дают льготы студентам, там, в общежитии что-то, проживание, какие-то минимальные. Но когда человеку говоришь спасибо, и когда он слышит слова, что он спас, что... Вы знаете, сколько у них студентов-доноров? Уже они, по-моему, очень многие скоро почетными будут. Слушай, ну в Китае за сдачу крови дают по 1000 юаней. Это ли не спасибо от государства? Ну, вот тоже такое спасибо. Вам как кажется, вот сильнее мотивация все-таки какими-то вознаграждениями финансовыми, какими-то льготами вполне конкретными, а не аморфными получишь выходной день, который тебе, в общем-то, никто и не даст?
Ну, многие идут сдавать за выходной день, я думаю, что им чисто хочется отдохнуть. То есть и финансовая поддержка... А где дают выходной? Ну, на заводах только, наверное, да, дают. Да, на заводах. Частные предприятия у нас сейчас не дают выходного дня. Не все, некоторые дают. Ну, да, условно не дают. Это единицы, которые дают. Хотя по закону, который никто не отменял. Эти дни я могу вам сегодняшний разговор пересказать. Водитель работает на одном из средних предприятий Екатеринбурга. Ему работодатель сказал, справку, да, принес из станции, ну, можешь идти вот подтереться и сходить. Извините за грубость, ну, и, да. У нас очень много случаев, когда организации такие, работодатели присылают нам запросы и просят от нас официальный ответ, проверки, что действительно эти люди сдавали кровь там или плазму, и действительно это у них справка настоящая, а не просто какая-то написана кем-то непонятно где. Для этого существует у нас штрих-код. Ну, вот этот курс на безвозмездную сдачу крови, да, который государство вот так уверенно взяло, все-таки, как это скажется на количестве доноров? Как это скажется на вот, числе людей, желающих прийти и поделиться, по-вашему? По моему мнению, думаю, кто вот ходил сдавать добровольно по своей инициативе, тот и будет ходить. А как бы других не привлечь никак. Ну, зрители говорят то же самое, лучшая мотивация – деньги, как ни крути. Да. Алексей Габдрахманов нам написал. Вы как считаете? Я полагаю, что самое ценное, что есть в службе крови, это кадровый состав доноров. Вот вокруг них все крутится, все вертится. Действительно, те люди, которые приходили сдавать безвозмездно, они будут сдавать безвозмездно. Вот, потому что, ну, 160-180 рублей – это, ну, не те деньги, за которые нужно вот… Ходить те маргиналы, о которых говорили ранее. Подождите, ну вот еще зрители нам пишут, что есть еще 2000, которые за каждые три сдачи. Это закон, вот. Областной закон, подписанный еще он был Росселем, что донор, сдавший кровь в течение года полную норму три раза, получает компенсацию 2000 перечислением на расчетный счет. Эта норма работает еще? Да, она работает, но я уже боюсь говорить о том, что она работает, потому что боюсь, просто раз лишают всего, как бы кто-то и не отменил. Даже... Ну, есть как минимум вероятность на областные 2000, потом почетный донор, это ежегодное 10 сейчас практически... Сейчас это около 11 Около 11 будет, тысяч да. рублей каждый год. Ну, вы понимаете, 11 тысяч – это не бесплатный, если мы переведем в обратную сторону, проезд в транспорте бесплатный и 50% оплаты жилищно-коммунального хозяйства. Мы укладываемся в год в 11 тысяч? Конечно, нет. Квитанцию. Слушайте, за квартплату опять посмотрим. Опять нас обманут, ничего не дадут. Понимаете, я не хочу сказать, что все должно быть за деньги, что это действительно вот за кровь надо как-то платить. Нет, есть масса примеров, когда люди, вот у меня перед глазами один мужчина, он донор наш, он говорит так: спасли мою жену и ребенка. Сложные роды были и спасли. И я дал себе слово, я до конца жизни буду донором и буду ходить сдавать кровь. Вот он это делает. И такие люди есть. Вот почему у нас птица-пеликан, наш логотип? Эту легенду, наверное, вы знаете, и многие ее знают. Давайте этой легендой мы завершим наш сегодняшний разговор. Мама-птица-пеликан, спасая деток от смерти, прокусила себе вены, напоила их кровью. Детки выжили, и птица-мама осталась жива. Легенда гласит, что когда ты отдаешь частичку себя, ты себе вреда не приносишь, но ты спасаешь жизни. А что может быть дороже жизни? Вот на этой замечательной ноте я предлагаю наш сегодняшний разговор закончить. Не бойтесь отдавать частичку себя. А я пожалел, что нет в пайке красного вина, потому что это было очень похоже на тост. Спасибо, что пришли к нам сегодня.